Какая? Левая. Короче. Вообще-то. Здесь как на ежаке. Смотри. Ну смотри, что ты. Ты сфоткай и посмотри. Да я ж не вижу телефон. На мини вперед накатка идет. Значит, обычно все вперед. Обычно? Не, ночью вперед, он говорит, на катке. Ага. А я отстал, я заглох. Ну. Краник перекрыл. Ну правильно, зачем он тебе? Ты если бы так быстро ехал, бы... Пусть ехать, у немца вон, зеленый это самое. Ты мог бы упасть, если так быстро бы ехал. А они просто летели-то. Только краник ограничивает, да? Это было. Кручу. Да и что, и запаску, мы еще не открутили ось. Надо с чем-то открутить вот эту гайку. Вот эту гайку. А сколько? Ты ее сегодня закручу? Да. О, пошла. Все, я откручу запаску. Да и она уже откручена запаска. Это будет приподнимать ее, наверное, скорее всего. Думаешь? Ну, приподнимем, народу много, если что, все. Помогать? Да, подожди. Не спешите. Да, положим в сторону, пока не... Так, за ручку, да? Да. Номер, пока не пахнет. Так, давай. Давай. Во, помоги, не стой. Да, все получится. Выкатывай. Колодки выбрали. Ты же говорил сегодня. Ставь. Ты же хотел сегодня колодки помазать. Блядь, что он уходит? Да, в землю, да? Да. Ладно, и мы его... Подальше, да, я вытащу колодки. Только заговорил сегодня, обезжирить, говорит, все, обезжирить. Да, они, глянь, охуенно обезжирили. Они новые. Обезжиренные. Так и не положили. Вновь туда. Пятачков не было там. Что за шайба он лежит, лежит? Здесь тормоза. Нахуенные тормоза. Их и так особо не было. Я придумал труд. Так. Сейчас. Закатываем колесо. Колесо вставляем. Подымем. Ты его закатывай. Вов, давай, поможешь. Да поднимем мы вдвоем. Ну ее нахуй эту шайбу. Она не еблась. Со мной тут. Сейчас пусть. Готов, подожди. О, нет. С этой стороны, сзади. Сейчас поможешь, чтобы нам полегче было. Давай, раз, два, взяли. О, блядь, да куда вы его перевалите сейчас? Прикинь одному, да? Опускайте. Опускайте. Стоп. Еще. Так. Примерно сейчас я ставлю. Опускайте. Еще чуть ниже. Еще ниже. Смотри, руку тебе крылом прищемится. Давай повыше чуть-чуть. Пошатаем, а он вот. Попадай. Куда ты попал? Все. Ставьте. Вот это ты снимаешь, да? Да, ты... это на асфальте, то все, оно будет на подножке стоять, давай. Найдем. Давай. Я думал, ты слушатель, такой выстрел. На месте, сосок на месте. Но это не факт, что он на месте. Вот она. А что, сбоку? А, вода выскочила, да. А я что говорю, где-то, видать... Сначала сегодня я видел ее. Сиська надулась на камере и, видать, не выдержала. Ты перекачал? Не шишка на камере. Корт отвалился. А, ну все, он тебя же забортировал на месте. А, можно стоять обратно, да? Да. Качай. Снимаем обратно. Че?
Пока не стать, положи. Мам, лужа по. Приподнимите, не стали на шлицы. Давай. Сейчас, Петрович, вам. Давай. О. Ну все. А я сегодня хорошо накачал ее. Как знал, ты готовился. Теперь новая покрышка. Всем тяжким. Это что, теперь новая покрышка надо, да? А там на запасочку пойдет, вернее на эту, на колясочку. А на коляске нахер это такая нужна? А там нагрузка какая-то, никакой. Да, шипатый. Протектор хороший, да? Дай, ну, ты что, слева садишься? Но в этой покрышке зацеп другой будет. Она не лысая. Ну, она не лысая, она троянка, наверное. Ну, конечно. Вот и колеса поменяли очень быстро.
подумаешь, вместе с Петровичем. Наша нешипованная резина. Спасибо, всем пока. Бензин кончился. А что, ты не заправлялся? Смотри, резерву наверх или вниз? Вверх. Вверх идти? Да. Свет выключи. Свет выключи. А у тебя фильтр есть, и видно там бензин? А что ты там за НЛО у тебя такое? Забирайте, разбирайте. Ага. А бензин, наверное, кончился. Хорошо, хоть около машины. Ну, раз бензин кончился, надо еще и аккумулятор посадить. Да. Коль, пошла такая пьянка, да? Вот, а какая его? Я ж... Вот это? Да, да. Все? Сейчас посмотрим. Дамы и господа! Сейчас мы вам поведаем одну историю о маленьком мальчике Боже. Кончился бензин? Бензин кончился? Конечно. А сколько ты заправлял? Ну, открой, бабка, смотри, есть там бензин. Сколько проехали бензин? По телеку вирус, по радио вирус, на улице вирус, в автобусе вирус, пивной сука вирус, и нет ему края. 29 километров, 900 метров, 90 метров. 29 километров?